Всем привет! Сегодня мы в кадре с Одри, и у нас сегодня будет небольшой экскурс в жизнь Птибур Бонсона. В общем, говорят, что Птибур Бонсон — это одна из самых гипоаллергенных собак, но на самом деле от Птибур Бонсона дома довольно много шерсти. Особенно это заметно, когда выгребаешь каждый день пылесос, который ходит по дому, робот, в котором каждый день вот так прямо оттуда торчит шерсть, потому что так вроде визуально не очень заметно, когда каждый день проводится уборка, но вытряхивая, это очень становится очевидно. У нас есть обычная вычесывалка, которая буходерка, как она называется, кошачья, но она, честно говоря, не очень помогает, и мы приобрели вот такой фурминатор, и мы сейчас посмотрим, сколько шерсти за один вычес у Птибур Бонсона выходит. Вот, мы ее водили где-то, ну, наверное, месяца полтора-два назад на груминг, на полный. Но постоянно водить на груминг — это тоже не очень удобно, это затратно, потому что один полный комплекс, включая полностью вычес, ну, там еще моют, там лапки делают, да, маникюр собачий, стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей, там 2 тысячи, это если там всякие еще озоновые маски. В общем, ну, кому-то может резать слух, на самом деле, да, но такой, периодически такой уход или перед выставками собакам все равно нужно делать. А сейчас мы просто ее попробуем почесать в домашних условиях и посмотрим, что у нас получится. Она очень послушно сидела, ей было приятно и понравилось. Одри, Одри, посмотри сюда. Одри любит поваляться. Да, Одри? Да, скажи, я очень люблю этот коврик. В общем, вот сколько мы начесали. Тут все в шерсти. Да, скажи, да, да, это была я. Вот так выглядит фурминатор. Да, тебе нравится? Ты хочешь еще? Она балдеет, она уже... Вот так вот, как нам нравится, да? С точки зрения собаки этим можно заниматься бесконечно, мне кажется. Сегодня закончили, да? Немножко больше нашей собаки есть в отдельном плейлисте про собачку. Мы с Одри с вами прощаемся. До новых встреч, каких-нибудь актуальных вопросов собачьих. Пока.